17 апреля покупателям был представлен третий Одастор в России – Ашан Авиапарк. Уже сейчас можно сказать, что он вобрал в себя все самое лучшее и инновационное, что создавалось командами, координирующими этот проект. Трансформация коснулась второго этажа, то есть всего непродовольственного сектора. Однако даже в период реновации гипермаркет продолжал принимать посетителей, и все изменения происходили на их глазах. Наверное, тем сильнее вау-эффект от того, что получилось в итоге. Произошли очень большие изменения. За 3 месяца мы полностью переделали Ашан. И стал совершенно другой магазин, и клиенты это отмечают. В первую очередь они отметили очень комфортное оборудование. Мы поменяли цвет гондолы, она стала серая. Мы поменяли свет, то есть освещение теперь локализует и направлено исключительно на товар, чтобы его максимально представить нашим покупателям. С преображением гипермаркета изменилась и атмосфера в нем. Несмотря на то, что весь обновленный второй этаж мультиформатный и интерактивный, в нем нет ощущения суеты. Здесь очень спокойно и удобно совершать покупки. А для тех, кто проголодался, можно перекусить в инновационной для магазина зоне кафе. Здесь большой выбор сытных сэндвичей и ароматной выпечки, а также мягкое мороженое, созданное по специальной рецептуре. У нас есть ванилья, у нас есть малина, шоколад, есть микс тоже, и у нас есть тоже мороженое с югодом, потому что мы знаем, сейчас это тенденция, люди любят, и у нас есть мороженое югод, или с фруктами, или с орехами. Это очень вкусно, мы начали сегодня. И уже мы видим, клиенты очень любят. А для тех представительниц прекрасного пола, кто хочет передохнуть от покупок, есть уникальная возможность посетить настоящий салон красоты прямо внутри магазина. Ассортимент услуг впечатляет. Посетители могут получить полностью весь спектр услуг по красоте. Прически, плетение кос, оформление бровей, окрашивание, коррекция, маникюр и макияж. На мой взгляд, это очень удобно для клиентов, потому что люди сюда пришли за покупками, и в рамках покупок женщина, девушка устали, присела, отдохнула, привела в порядок свои брови, сделала форму губ, придала форму бровям, ну и, собственно, счастливая, довольная, пошла дальше домой с покупками, преображенная. Чем еще Ашан Авиапарк удивит и порадует своих покупателей? Что появилось инновационного? Игровая зона для детей с интерактивной проекцией. Проект 7 комнат. Все для спальни, гостиной, столовой, кухни, кабинета и ванны. Серия товаров «Умный дом» в секторе электроники. Шлемы виртуальной реальности и PlayStation. Все можно протестировать и потрогать. Зона клиентского сервиса в кафе. Возможность распечатать фотографии и заказать билеты в театр. Садовая зона радует глаз красиво оформленной выкладкой растений. Обновленное низкое единое плато с товарами по сезонам. Отдел парафармацевтики и медицинской косметики, а также новая имплантация по брендам в зоне косметики. Визит генеральной дирекции Ашан Ритейл прошел с размахом. Во-первых, магазин действительно впечатляет. Генеральный директор Ашан Ритейл Вилельм Убнер, посетивший к тому моменту уже 3 Одастора, был в восторге от гипермаркета. Во-вторых, для него и его французских коллег особым сюрпризом стала презентация новой униформы для сотрудников, которая ознаменовалась красочным и ярким дефиле. Виктория Андреянова – это известный российский модельер, которая специализируется как в направлении высокой моды, так и в направлении масс-маркета. Виктория также разрабатывала проекты униформы для таких крупных российских компаний, как «Метрополитен», «Российские железные дороги», «Аэрофлот» и теперь для «Ашан Ритейл Россия». В ходе визита генеральной дирекции в «Ашан Авиапарк» впервые было протестировано приложение бесконтактной оплаты «Ашан Пэй», тележки с зарядками для телефонов, а также пункт обслуживания клиентов. Помимо этого, гости понаблюдали за кулинарным мастер-классом от приглашенного шеф-повара. Сам Вилельм Убнер поделился с нами своими впечатлениями от увиденного. 4 формата Одасторов я уже посмотрел. Мой Ашан, супермаркет, Сити и Ашан гипермаркет. И это произвело на меня огромное впечатление. И прошлым вечером я почувствовал себя действительно очень счастливым. Я увидел, что изменения произошли и в построении предложения,
в его качестве, показании услуг и в их своевременности. Я действительно увидел те самые атрибуты марки Ашан в 4 Удасторах. Сейчас Удасторы нужно тестировать, смотреть на реакцию клиентов, углублять свой профессионализм и профессионализм всей команды. Ведь для команд магазинов подход к работе также меняется, будет меняться. Франсуа Реми и комитет дирекции будут принимать решения о дальнейшем развитии Удасторов в России. И я надеюсь, что таких магазинов будет в России все больше. Вам надо работать над каждой профессией. Быть профессионалом в текстиле, в свежих продуктах. То, что я увидел в Удасторах, это действительно большая работа всей команды. Поэтому и результат впечатляющий. Такими командами мы откроем еще больше таких магазинов. Концепция Ашан Ритейл – Ашан меняет жизнь. Ашан изменит жизнь русских людей, если командой и мы сами изменимся. Как сказал Вильям Обнер, 2018 год – это год большого виража для Ашан Ритейл Россия, который ведет компанию в коммерцию нового поколения. Очень ценно, что генеральная дирекция Ашан Ритейл искренне верит в команду России и считает ее одной из трех самых важных стран в холдинге. Те первые впечатления, которые уже производят Удасторы, это только начало. Сейчас самое важное – работать на результат вместе, чтобы вернуть свои позиции в тройке лидеров российского ритейла.